его обильные благословения. За неговите обилни благословения. Я уже как 26 лет как пастор. Вече 26 години съм пастор. И верующий с 91 года. И съм вярващ от 1996 година. И вы знаете, 91-го. Уже есть такой интересный христианский опыт. И вече имам интересный христианский опыт. Что всегда, когда мы переходим на какой-то новый уровень, че винаги, когато минаваме на ново ниво, Бог начинает обновлять наше снаряжение. И Бог започва да обновлява нашите снаряжения. И это обеспечение, оно всегда сверхъестественное. И това е сверхъестествено обезпечаване винаги. Вот, вы, наверное, видите микрофоны. И виждате тези микрофони. Наверное, сегодня мы последний раз проповедуем по таким микрофонам с проводами. Может быть, за последнюю проповедуем через микрофони с кабели. Потому что нам пришли новые микрофоны. За что-то имаме новые микрофони. Это был подарок. И това беше подарок. Ну, кстати, подарок от беженцев. Подарок от беженцы. И я в этом вижу большую славу. И виждаме в това голяма слава. Я вижу, что беженцы не только прибыли на эту землю. И виждам, че беженците не само са дошли на тази земя. Чтобы укрыться. За да се скрият. Но я верю в то, что, ну, речь идет, конечно, о христианах. Става дума за християни. Те, которые христиане. Тези, които са християни. Они прибыли на эту землю. Те са дошли на тази земя. Чтобы стать благословением. За да станат благословение. Для этой земли. За тази земя. Для болгарской земли. За българската земя. И вот один из беженцев подарил нам новые микрофоны Шуры. И один от беженцев не подари новые микрофоны Шуры. На следующее воскресенье мы уже их увидим. И другая неделя, что их видим. Сразу у нескольких семей появились машины. И неочаквано няколко семейства започнаха да имат коли. Ну, я не могу говорить за другие семьи. Не мога да говоря за други семейства. Но вот мою семью Бог реально конкретно благословил. Но моето семейство е благословено от Бог. Просто я захотел. Поисках. Просто помолился. Помолихся. Ну, где-то это была моя мечта. Това беше моята мечта. А у меня сегодня джип. Имам джип. Ну, я хотел иметь такой, знаете, настоящий джип. Но исках да имам истинский джип. Ну, такой вездеход. В който може да минава навсякъде. Чтобы туда можно было загрузить все свои гарпуны. За да мога там да сложа всичките си оръжия за риболов. Арбалеты, да. Арбалети. Потому что я и, ну, такой подводный охотник. Защото съм подводен охотник. И люблю, ну и так, мечтаю в будущем стать охотником также. И мечтаю в бъдеще да стану охотник. И чтобы этого джипа на все хватило. И този джип да има място за всичко. И вот в нашей семье так бывает практически всегда. Это я могу привести десятки примеров. И в нашето семейство често се случва така, мога да кажа много примери. Приезжает человек из Софии. Идва човек от София. Уже наш приятель. Той вече е нашият приятел. Българин. Българин. Один из наших благодарных пациентов. И той един от нашите благодарни пациенти. Потому что я работаю как доктор. Защото работя като лекар. И он прибыл на очередную курс терапии. И той отново е дошъл на курс терапия. И узнает, что я пытаюсь поменять машину. И той научи, че искам да се сменя колата. И он мне говорит, и той ми казва, ты знаешь, мой друг, един мой приятел, как-то был запален, и той беше запален, стать охотником, за да стане ловец. Он купил себе много оружия, той си купи много оръжия, и купил себе крутой джип, и си купи много як джип, Mitsubishi L200. Mitsubishi L200. Тогда он был новый. И тогава той беше нов. В 2017 году это произошло. Това се случи 2007 година, 2017. 2017 год, то есть 5 лет тому назад, преди 5 години, начал он ездить по местам и охотиться. И то я започнал да пътува в различни места и да се и да улова. Да, ну понял, что это такое занятие довольно непростое. И то я разбираю, че това занимание не е лесно. Нужны колоссальные усилия. Трябват много усилия за това. И потом, даже если ты подстрелишь какую-то дичь, дори ако изловишь нечто, на тебя работает целая дружина. Работи срещу теб една дружина. Ну, например, подстрели кабанчика. Ако подстреляш глиган. И потом это делят на всю команду. И това споделят за целия екип. И, даже если ты его подстрелил, дори ако ти го подстреляш, ну, тебе останется маленький кусочек мяса. Ты имаш само малко парче от това месо. Ну, и как-то он в один момент он просто разочаровался. И в один момент той се разочаровал. И он этот джип решил продать. И той решил да продаде този джип. А такую большую машину никто не хочет покупать в Софии. Но тази голяма кола никой не иска да купува в София. Ты хотел бы себе джип? И той ме пита дали аз бих искал да имам този джип. Ну, скинь снимок. И той казва, нали казвам, прати снимка. Он скидывает снимок. Той праща снимка. Но это вот это прямо, это знаете, это прямо не на сердце. И
Тази снимка стопли сърцето ми. Ну, это настоящий джип. Истинский джип. Ну, там, он большой, конечно. Много гулям. 5 метров. 5 метров. 20 сантиметров. 20 сантиметров. Вездеход. Там 1000 опций. Има 1000 опций. Пробег всего лишь 70 тысяч километров. И той пробега мой само 70 тысяч километров. Я говорю, ну сколько он стоит? Я спитам, колко струва. Он говорит, ну стоит он, ой-ой-ой. Той каза, струва много. Ну я договорюсь. Ну а что с уговорю? Потому что это очень богатый человек. За что той много богатый человек? Он может тебе просто вот так, ну большую скидку сделать. Может тебе направить гуляму намаление. Потому что эта машина ему больше не нужна. За что той вече не се нуждает от тази кола. Вот начали разговаривать. И започнаха да говорят. Ну, не буду долго говорить. Няма да говоря много с това. Эта машина уже наша. И тази кола вече наша. И я просто за это, я вижу в этом Божью руку. И виждам Божия ръка в това. И именно это мне нравится. И това ми харесва. Что Господь заботится о нашей семье. Че Господь се грижи за нашето семейство. И что просто вот так вот, просто захотел. Че просто и така поискаш. На, бери, сынок. И вече можеш да го вземеш. Она твоя. Тя вече е твоя. И вот вчера ее уже пригнали, мы смотрели. И вчера вече тази кола дойде, гледахме я. Мощная такая машина. Много мощна кола. Ну, главное, что она практически новая. И най-важното е, че е почти нова. И на ней можно ездить везде. И на нея може да пътуваме навсякъде. И сегодня мы хотели немножко еще сказать о надвигающейся конференции. И искаме днеска да кажем за конференцията, която идва. Которая называется Tres Días. Тя се казва Tres Días. Со всего мира приедут спикеры. От целия свят ще дойдат спикери. Пастора, проповедники, пастори, служители. Пастори, проповедники, служители. Южная Корея. От Южна Корея. Израиль. Израел. Америка. Америка. С России. От Русия. С Украины. От Украина. С Казахстана. От Казахстана. Много-много служителей. Много-много служителей. И мы будем собирать кандидатов, и ще събираме кандидати, которые просто вот в эти три дня, които през тези три дни, будут полностью погружены в Святой Дух. Ще потънат изцяло в Святия Дух. Постоянные проповеди. Постоянные проповеди. Постоянные молитвы. Молитви. И постоянная хвала. Постоянная хвала. Постоянное поклонение. Поклонение. И постоянное общение во Святом Духе. И постоянное общение в Святия Дух. Я был на многих таких конференциях, Tres Días. Бях на много таких конференций. Tres Días в переводе с испанского. Tres Días от перевод на испанский. Это три дня. Твои три дни. Три дня погружения в Бога. Три дни путаваны в Бог. Потапяне в Бог. Первый раз я попал на такую конференцию в 92-м году. През 1992 година за първи път попаднах на тази конференция. И это было в городе Бишкек. Това беше в града Бишкек. На берегу озера Иссык-Куль. На берега на езерото Иссык-Куль. В горах. В планини. Невероятная красота. Невероятно беше красиво. Невероятно чистое озеро. Езерото беше много чисто. И, конечно, невероятное присутствие Божие. И имаше присъствието на Бог. Все кандидаты. Всичките кандидати. В том далеком 92-м году. В тази далечна 92-а година. Были неверующие. Те бяха невярващи. Можете себе представить? Можете ли да повярвате? Больше 100 человек. Повече от 100 човека. На третий день. На третий день. Получили крещение Святым Духом. Те получиха крещаване на Святия Дух. Просто Бог их просто потопил. Бог ги потопил. В свое Божие присутствие. В своето Божие присъствие. И уехали они оттуда уже абсолютно обновленными. И заминаха оттам вече обновени. Новыми творениями во Христе Иисусе. Нови творения в Иисус Христос. Был я на Tres Días в Южной Корее. Бях на Tres Días в Южна Корея. И там уже было, конечно, там, ну, Южная Корея это вообще, ну, в те времена это более почти 90% населения протестантского. Повече от 90% населения в Южна Корея бяха протестанти. Где заповеди в стране молись и трудись. Където заповедта в държавата е да се молиш и да се трудиш. И именно протестанты подняли эту страну за 50 лет. И протестантите въздигнаха тази държава за 50 години. До самого высшего уровня. До много високо ниво. Потому что молились, просто молились и просто трудились. Просто се молиха и се трудиха. И там, конечно, на той конференции были в основном верующие люди. И там на конференцията имаше основно вярващи хора. Но туда попал один такой интересный кореец. Но там попадна един интересен кореец. С Узбекистана. От Узбекистан. Он родственники куда-то собираются. И роднините някъде се събират. А он говорит, а вы куда едете? И той пита, къде отивате? А мы в Сеул полетели. И те казват, отиваме в Сеул. А что там будет?
там? Ну, что-то интересное. Там штима нечто интересное. Ну, просто нам сказали, что там будет хорошо. Казаха ништи там, читам, что я добре. Ну, говорит, я тоже хочу. И той казва я сыскам. А этому корейцу было уже за 70 лет. А този кореец вече бил на повече от 70 години. Ну, ну давай возьмем тебя тоже. И те казват, некогда вземем тебя. Дети что? За него заплатили. А, децата платиха за него. И привезли его. И са го довели. И на первый день. И на первый день. Он подумал, что он попал в дурдом. Той помислил, че я попадна в худница. Говорит, куда я попал вообще? Где попаднах вообще? Куда вы меня привезли? Я хочу отсюда убежать. Искам да се махну оттук. Ну, в Сеул это просто так не улетишь. Ну, обаче не можешь просто така да се заминеш от Сеул. Билеты очень дорогие. Билеты са много скъпи. Ну, второй день он еще там где-то так в уголочке отсиделся. На второй день той скриши там. А на третий день, как всегда. И на третий день, как то винаги. Произошло чудо. Се случи чудо. Этот человек този просто человек у всех нас на глазах пред всички преобразился. Той се преобразява. Вот, по-другому как чудо это не назовешь. Не можешь это назовешь по другому начин. Вот было, чудо. Был один человек. Беше один человек. И в один момент он стал другим. И в один момент стал друг. Глаза просто загорелись у него. Учит ему светнаха. 73 года. Представьте на себе. 73 години беше. Жизнь человека круто изменилась. И живота на той человек много яко се променил. Стал невероятно счастливым. То есть стал невероятно счастлив. И на третий день получил крещение Святым и Духом. И на третий день той получил крещение Святым Поэтому Духом. Мы хотели бы пригласить вас. Я и с твоиском да ви поканим. Хотел бы еще Наташу, ты скажешь что-то от Трездеси, да, пригласить. Трездес в переводе с испанского это три дня. Трездес еще раз повторю. На испанский три дня. Изначально эти три дни предназначались для служителей. А в началото тези три дни са се предназначавали за служители. Для восстановления служителей. За възстановяване на служители. Кандидатом ты можешь быть только один раз. И кандидат может да си само веднъж. И, знаете, но потом увидели, что оказывается не только служители. Но после видяхме, че не само служители. Но и люди, которые новообращенные. Но и хората, които наскоро повярваха. Они получают рождение свыше. Те получават раждане от свыше. И самое главное, они переживают любовь. И те переживяват любовь. Любовь Бога Отца. Любовь на Бог Отец. Которая меняет кардинально их жизнь. Която променя животите им. Да, поэтому мы, знаете, более двух лет не было трездеса в связи с пандемией. И повече от 2 години не имало трездес заради пандемията. И не во всех странах он сейчас проводится. И не во всички държави може да се провежда сега. Но и мы имеем такую привилегию, что именно в Болгарию приезжают. И имаме такава привилегия, че именно в Болгария те ще Поэтому дойдат. Поэтому на трездес должен попасть каждый человек. На трездес трябва да попадне всеки човек. У нас дочь. Дещеря, дещеря, пока ее нет, расскажу. Тя е тук. Ну да, пока не видит меня, я ей расскажу. Да, мы с мужем запланировали, она стала отходить от Бога. Я започна малко да се удалечава от Бог. И, в общем, мы со служителями, с нашими пастырями. И со знаешь, типа, и с пастори. Посоветовались, и они говорят, ее надо на трездес в Южную Корею. И ты казва, трябва да испратим на трездес в Южную Корею. Да, и она вернулась новым человеком. И тя се върна нов човек. Поэтому, пожалуйста, с 13 по 16 октября. От 13 до 16 октября. Мы потом еще вывеска будет. Это будет в Варне. Това ще се провежда в Варна. Да, это стоит 150 евро. Струва 150 евро. Ну, на самом деле, это бесценно. Но това е безценно. Да, поэтому, кто здесь будет и у кого есть желание, прям приезжайте. И затова, ако някой има желание, да може да дойде. Я написала в Казахстан своей знакомой. Написах в Казахстан на една моя приятелка. И она говорит, я всю жизнь мечтала, но, наверное, это далеко. И тя казва, че целия живот мечтаях за това, но может быть, това е далеч. И я говорю, знаешь, жизнь, она очень быстро проходит. И я сказам, че живота минава много бързо. И я верю, что если у тебя есть желание, то Бог скажем, смотрит че, тебе финансы, желание, чтобы Бог, ты добралась. Бог что тебе даде финансы, за да можешь достигнешь. И я говорю, давай свои координаты, свой размер, я тебя записываю в кандидаты. Я си казвам, нали, давай даните си, что ты запиши като кандидат. Да, она тут же отправила. И тебя за всичко испрати. Поэтому у нас, еще раз скажу, у нас есть большая привилегия. Имаме огромна привилегия. И если у вас сердце отзывается. И ако в сърцето ви това се отзывается, да. Отзывала. То запишите эти даты, запишите молитесь, эти даты, я верю, и что симулете. Бог усмотрит и финансы. И вярвам, че Бог ще се погрижи за всичко и за финансите. Да.
и все необходимое приложит. И всичко необходимо ще приложи. Давайте мы коротко помолимся за это, да? Нека чтобы кратко, каждый, кто захотел, чтобы попал на эту конференцию. Всякий, кто искал, да на тази конференция. Господь, Господи, мы просим Тебя, нет, и молим, потому что Ты обещал, что ты обещал, и Твое обетование да и аминь, твое обетование, что там, где двое или трое двама, или согласятся о чем-либо просить что согласят за нечто, у Отца Небесного, Отец Небесен, туда будет им, если, получат, если мы будем просить по воле Твоей. Ако молим по Твоята воля. Тебе за все слава, честь и хвала. Слава на Теб. Во имя Иисуса Христа молились. В имя Иисуса Христос. Аминь. Аминь. Тема моей проповеди сегодня. И днешната ми тема на проповед. А кто мудрее всех мудрых на земле? Кой помудр от всичките мудри на земята? И я хотел бы вместе с вами открыть притчи Соломона. И искам да отворя притчи на Соломон. 30 глава. 30 глава. С 24 стиха. От 24 стих. И вот здесь вот написано, на проекторе можно прочитать на болгарском языке. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи. Народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши. Народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук. Лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Наверное, один раз в своей жизни я проповедовал на эту тему. Может быть, однажды в живота си проповедовал на тази тема. Но это было очень давно. Но това беше много давно. Я даже не помню, о чем я проповедовал. Дори не се сещам за какого точно проповедовал. Ну, вот сегодня утром пришло такое побуждение. И днес имах такого побуждения. Опять вспомнить, поднять эту тему. Отново да поговорим на тази тема. И почему Писание, и за что Писанието считает муравьев мудрее всех мудрых. Смятам равките за мудри, за мудри хора. Есть в этом месте такая большая глубина. И в твоем месте мы гуляма долбочина. Мы иногда недооцениваем. Понякога подсъняваме. Ну, думаем, ну, что там букашки. Мислим, нали, това са някакви дребни. Вы знаете, я как-то насекоми. В Казахстане мы поехали с семьей отдыхать в Боровое. И в Казахстан отидохме со семейството да почиваме. Это северный Казахстан. Северен Казахстан. Конечно, красивейшее место. Много красивого места. Очень много озер. Има много озера. Одно из них называется Боровое. И одно от тях се казва Боровое. Я помню, мы там в какие-то коттеджики заселились. И се сещам, че живяхме в коттеджи. Какой-то домик это был. Имахме къщичка. А на берегу озера стоял такой большой камень. И на берега на езерото имаше един камък. Такой красивый камень. Голям, красив камък. И вот за день он так нагревался. И през деня той така се нагряваше. Что вечером можно было на него лечь. Че вечерта можехме да легнем върху него. И он был горячим. И той беше много горещ. Ну и можно было погреть там свои косточки. И така можехме да си стоплим костите си там. И как-то мы накупались. И нали, плувахме. И к вечеру, когда солнце уже начало садиться, и вечерта, когато слънцето вече залязваше, я пришел туда и прилег на этот камень. И аз отидох там и легнах върху този камък. И заснул. И заспах. Так, вздремнул. Когда я проснулся, когато се събудих, было уже темно. Вече беше тъмно. И там от этого коттеджика включили фонарь один. И от тази къщичка включиха фенерче. И он упал передо мной, перед камнем. И той падна пред мен, пред камъка. И я проснулся, перевернулся на этом камне. Събудих се. И посмотрел под камень. И погледнах под камъка. А там под камнем ползали муравьи. И там ползяха мравките под него. И вы знаете, я был этому очень удивлен. И аз много бях учуден на това. Потому что была ночь. Защото беше нощ. А муравьи работали. А муравките те работиха. И они там что-то носят. Нечто носиха. Ну там, как всегда, да? Как-то винаги. Какие-то там, может быть, зернышки там. Может быть, някакви зерненца, соломинки. Соломките. Ну вы знаете. И я просто так смотрю. Я просто така гледам. И у меня такое умиление. И и усещам умиление. Что муравьи даже ночью работают. Че муравките дори през нощта работят. И знаете, вот давайте мы вместе еще прочтем притчи Соломона, 6 глава. И некогда прочтем заодно притчи на Соломон, 6 глава. И тоже
здесь притча Соломона, 6 глава, 6 стиха. От 6 стих. И Соломон пишет: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, то есть его никто не заставляет работать. Нику не гукара до работы. Ни повелителя. Но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь ото сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь и немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя». Можешь сказать на это аминь? И вы знаете, вот я смотрю на муравьев, как на мудрейших, которые мудрее мудрых на этой земле, потому что Бог в них вложил что-то очень уникальное. За что-то Бог вложил в тех нечто уникальное. Я думаю, для нас, христиан, это очень хороший пример. И мысля, что за нас, христиане, это твой много добрый пример. Вы знаете, вот как я себя помню, да? Как ты помнишь себя? Всю свою христианскую жизнь. И цели все христианские жизни. Мне приходилось очень тяжело работать иногда. И требовалось понятно много до работы. Я уже рассказывал, что до армии мне... Приди армию, то? Казарма. Вообще моя история уникальна. Я иногда сам не верю, что у меня такое чувство, что я прожил несколько жизней. И вам чувствую, что я проживях не оголку живота. Но так было. Ну такая была. Я думаю, что Бог дал такой богатый опыт. Мисля, что Бог мне дал такой богатый опыт. Чтобы я мог посмотреть на человека так многоспектрно. С домога до глядом вверху человек. С разных сторон. От различные страны. Интересно, в моей жизни было то. Мой живот имеешь это вам? Что я когда-то с треском вылетел из одного учреждения. Че изгониха ме от едно заведение, учреждение. После школы я пытался поступить в политехнический. След училище исках да поступя в политехнический. Просто за компанию. За да бъде со свои приятели. Четыре друга нас было. Бяхме четыре приятели. И мы вчетвером все решили в политех идти. И четыремата исках ме да поступим заедно в един университет. Я мечтал поступать в медицинский. Бачи мечтая, когда поступил в медицинский. Но мне сказали, туда даже не рыпайся. Но мне казаха, дури да не все пробовам да уйти вам. Потому что ты плохо закончил школу. За что ты много лошусь и завыршил училище. А в медицинском учатся одни такие головастики. А в медицинские се учат много умных хоров. Даже не пытайся. Дури не все опитывай. Ну, я так... Кто не тех и не тех, поступает в политех, правильно, да? Непереводимый местный фольклор. Точен привод. Кое-то не стало за ничто. Влезу в политехнический. Да. И вот я не добрал 2 балла в политехнический. И во второй же политехнический не мистигнах 2 балла. И еще один мой друг, Саня Прочаков, тоже не поступил, тоже и не добрал. И другими прятал, Саня все, что не успел довлезти. Его отец был директором мебельной фабрики. Баща му беше директор на мебелната фабрика. Говорит, ну, а болтусы? И той каза раз не глупаци. Поступили, поступать куда вообще сможете, куда успеете. Ако не успяхте, тогава где-то можете, утивайте. Я даже не знаю, как мы туда попали вообще, кто нас туда направил. Дури не знаю, как попаднах мы там. Скорее всего, по его знакомым каким-то связям. Может быть, то имаше връзки. Мы поступили в техническое училище номер 21. И поступих мы в техническое училище номер 21. Это было в городе Караганда. Това беше в Караганда. На подземных электрослесарей. На подземные электрослесари. То есть на шахтеров. Миньори. А это училище находилось в квартале Майкудук. И това място се намираше в квартал Майкудук. И мы туда ездили несколько месяцев. И няколко месяца отивахме там, и учились там на шахтеров. И учихме да бъдем миньори. А потом? И после? Это было в июне месяце. Това беше през юли. Нас отправили по Чимкент собирать хлопок. Изпратиха ни да собираме памук. Памук.
Казахстан на границе с Узбекистаном. В Казахстан на границе с Узбекистаном. Температура поднималась до плюс 55. Температура до плюс 55 градусов. А ночью было прохладно реально. А признаю, что было достаточно студено. И вот мы каждое утро, рано утром выходили, собирали этот памук, хлопок. И с утра с буждахме собирахме този памук. Нужно одевать специальные перчатки. Требаше да слагаме специални рукавици. Знаете, когда коробочки хлопка раскрываются. Когато кутийките на памук се отварят. И подсыхают. И малко се подсушават. Они на концах такие острые. И стават на краища острые. И когда ты собираешь этот хлопок. И когато собираешь този памук. Если без перчаток, то можно расцарапать. Ако си без рукавици, можешь да се удраскаш доста. Просто свои руки. Очень сильно. И мы собирали. Ние собирахме. И там была очень высокая преступность. И там имаше голяма преступност. Местные нападали на нас. Местните ни нападаха на нас. Там было несколько училищ. Имаше няколко училища. Училища шахтеры. Училища миньори. Такие веселые ребята. Много веселые мучета. Дети шахтеров. Децата на миньори. Майкудусские ребята. Майкудусские мучета. И давай мучета. Они квартал против квартала драться. И започнаха да се борят. И это были страшные драки, на самом деле. Два са били много страшни сбивания. А я тогда уже был спортсменом. Тогава вече бях спортсмен. Тогда я, у меня спортист. За спиной уже была юношеская сборная по дзюдо, юношеская сборная Казахстана. Вече тогава съм бил в сборна по дзюдо. И тогда на в майкудуке я начал заниматься карате. И майкудук чемпиона мира по карате Георгия Лутошкина. С чемпионом по карате Георгия Лутошкин. Тогда карате оно только вошло. Тогава карате едва и започвало да влиза. До этого оно было запрещено. Преди това е било забранено. И, конечно, я был неверующим человеком. И тогава бях невярващ. И почему-то подумали, что я затейник всех этих драк. И те помислиха, че аз съм организаторът на всички тези сбивания. Может, потому что знали, что я каратист. Може би, защото знаеха, че се занимавам с карате. Я помню, что когда мы вернулись оттуда. Когато се върнахме оттам. Оттуда не вернулось 16 ребят. 16 момчета не са се върнали оттам. 16 пацанов. 16. По 17 лет. Те са били на 17 години. И одна девушка, которая заснула под кустом хлопка. И едно момиче, което заспало под храста. И у нее случился тепловой удар. И тя получила топлинен удар. И она не проснулась. И не се събудила. Искали козла отпущения. И те са търсили кого да накажат. И директор технического училища вызвал меня. И директорът на техническото училище я повикал мен. Говорит, я знаю, что это ты. И той казва, знам, че си ти. Вообще ничего не хочу слушать. Нищо не искам да слушам. Никаких оправданий. Никакви оправдания. Конечно, мы не можем доказать. Не можем да докажем. Но я тебя отправлю. Но аз ще те изпратя. Я тебе обещаю. Обещавам ти. Я тебя отправлю туда. Ще те изпратя там. Где будешь кормить белых медведей. Където ще храниш белите мечки. Это будет похуже тюрьмы. Това ще бъде по-лошо в затвора. И он исполнил свое обещание. И той е изпълнил обещанието. В июле месяце 84 года. През юли 1984 година. Директор училища технического. Директор на техническото училище. Отправил меня в Сургут. Той ме изпраща в Сургут. Это практически за полярный круг. Това е за полярен кръг. Где лето только один месяц. Където лятото продължава само един месец. А потом где-то в сентябре начинается полярная ночь. И през септември започва полярна нощ. И вечная мерзлота. И през цялото време студено. Я там должен был служить. И аз трябваше да служа там. Вот такие у меня воспоминания. И такива спомени имам. Не очень, конечно, приятные. Не са много приятни. Но я все-таки благодарен Богу. Но съм благодарен на Бог. Потому что я спускался в шахту. Защото се спусках в шахту. Шахта Костенко. Минер, мина. В мина. И я помню, это была практика. И това беше такава практика. Мы спустились на 500 метров глубины. И се спуснахме 500 метра дълбочина. Вот нас одели в такую специальную робу. Облякоха ни в специални дрехи. И я помню, что вот на лифте мы спускаемся вниз. На асансьора се спускахме долу. Все как-то жутко. И всичко беше страшно. Сквозняки гуляют. Имаше вятър. Просто какой-то жуткий холод. Много страшен хлад. Вот мы куда-то
вот так спускаемся вниз и вниз. И спусках мы надолу. Потом куда-то вот так сгибаясь, пробираемся куда-то. После со сгибами утивами некогда. И потом смотрим, там какая-то лебедка крутится. И видим, че там нечто соверти. Вагончики вот так с углем туда-сюда шуруют. Има вагончика со выглядишь-то. И где-то мы присели. И седнах мы некогда. Сели для того, чтобы нас инструктировали там. Задание кажет инструкцию. Я вот благодарен вот этому шахтеру. Я сам благодарен този минер. Который тогда вот, ну, у нас фонарики вот такие. Имахме фенерчи на главите си. На касках специальных. А они там в шахте черные все. И в мината всички са черни. Только зубы белые. Саму зубите са бели. И белки глаз. И белтицы на очи. А мы еще пока не черные. Но они още не сме били черни тогава. Мы еще белые пока. Още бяхме бели. И сидим на них смотрим, ну такие желторотые. Сидим и глядаме. Этот шахтер посмотрел на всех нас. И този миньор не угледа всички. И почему-то остановил свой взгляд на мне. Той се спря върху мен. И говорит, ты куда? Ты че сюда приперся? За что си дошел тук? У тебя же глаза умные. Имаш умные очи. Тебе учиться надо. Трябва да се учишь. Какая тебе шахта? За что си в мината тук? Я здесь 23 года я отработал. Аз съм тук 23 години. Все мечтал себе квартиру купить. Мечтаях да си купя апартамент. А потом инфляция все рухнула. И после инфляции всичко упадло. И я ничего себе не купил. И ничто не си купих. И сегодня отхаркаю своими легкими. И днес кашлям. Кроме силикоза здесь ничего не заработал. Освен силикоз ничто не получих тук. Легочное заболевание. Твое заболевание на белите дробове. Беги отсюда. Бягаю тук. Просто куда-нибудь. Просто някъде. Поступай, учись. Близи да учиш нещо. И живи как человек. И живи като човек. Я запомнил эти слова. Я запомних тези думи. И вот такой труд. Шахта, потом армия. Този труд в шахта, потом в мина, после армии в армия, опять не поступил. После пак не успях да вляза в университет. Пошел токарем работать. А отидох да работя като токар. Ученик токаря. Столяр. Стругар. Стругар. Потом просто обычным токарем. И, да. Потом через два года стал бригадиром токарей. И след одна година стал бригадир. И потом уже через рафак я поступил в медицинский институт. И после успех да поступил в медицинский университет. С четвертого курса я учился. Вот четвертый курс я учил. Параллельно меня приняли в онкологический диспансер в реанимацию работать медицинским братом. Мы приехали на работе, как медицинский брат. Где я 4,5 года отработал в еврейской команде Брандорфов. И это была замечательная команда, где мы очень много работали тоже. И там маше много добрый экип, когда там много работих мы. Ночные смены я не спал. През ночные смены не сам спал. Утром ехал в медицинский институт учиться. С утренто утивах в медицинский университет да се уча. После мединститута приходил домой, а... След университета се връщах вкъщи, се прибирах. А думаю, у нас очень маленькие детки. А вкъщи имахме две малки деца. Пашка и Аня. Паша и Аня. И когда даже у меня не было ночной смены... И дори когато нямах ночна смена... Мне тоже иногда не приходилось спать. Все пак не съм спал. А я о чем сейчас? Я о том, что всю свою сознательную жизнь я работал. Целия си сознателен живот работих. Я к этому где-то привык. И вече свикнах. Я не представляю себя без какого-то даже физического труда. И не могу да си представя да не правя дори някакъв физический труд. Сегодня у меня три высших медицинских образования. И имам три высших медицинских образования. Одно высшее духовное. Одно высшее духовное образование. На позапрошлом служении сестра Юлия ко мне подошла, которая очень хорошо поет. И поминала-то неделя, одна сестра Юлия и дошла при мен, которая много добре пей. Пастор Геннадий, и казала, у вас нету пятого высшего музыкального образования? Нямате ли пятого высшего образования музыкального? Я говорю, нет, а что? Я сказала, нямам. У вас невероятно уникальный природный тенор. И тебе казала, че имам уникален природный тенор. Я думала, что вы где-то учились. Помислих, че учих-то някъде. Я говорю, я нигде не учился петь. Но аз никогда не научил да пею. Петь меня научила церковь. И да пея меня научила церковь. Потому что с 91 года я пою. Что-то у 91 года пею. Каждое воскресенье как минимум. Всякая неделя. И мне это нравится. И твами харесва. Мне нравится славить нашего Господа. Харесва и да славим нашего Господа. И вы знаете, вот в труде. В труду. Вот неспроста апостол Павел даже так написал. И апостол Павел такая написал. Вот, каждый... трудись руками.
всякие да се труди со сердцето си. Я верю в то, что для христиан это какая-то что-то, знаете, именно такая мудрость. И верю, что за христианство твоя такая мудрость. Вот я верю в то, что мы как христиане. Верю, что не как христиане. Ну просто обязательно должны что-то производить. За то, что нам да производишь да мы нечто. Что-то полезное. Нечто полезное. Чтобы от нас какая-то польза исходила. Да има польза от нас. Ну чтобы это не просто какая-то вот, ну просто коммерция, купил, продал, купил, продал. Да нет. Просто нали, купуваш, да продаваш, в которой нет творчества. В която да няма творчество. Я верю, что мы христиане сотворцы. Верим, че ние християни сме сотворци. Ну вот так написано, мы сотворцы. Така пише, че сме сотворци. Бог, он творец. Бог, той творец. А мы помогаем ему. Или а помогаем помагаме, ему творить. Ние помагаме да творим. Или мы что-то производим. Или нечто произвеждаме. Можете сказать на это аминь? Можете ли кажете вот аминь? Я верю в то, что мы призваны быть таким большим благословением. Верим, что мы призваны да будем гулям благословением. Я помню вот этот эпизод уникальный. И вспомним тот уникальный эпизод. Наверное, вы смотрели этот фильм такой страшный, конечно. Может быть, вы глядели тот страшный фильм. Холодное лето 53-го. А студенное лето на 1953-го. Где Анатолий Папанов сыграл свою последнюю роль. Где-то Анатолий Папанов. Папанов има своя последняя роль там. И вы знаете, это каторжник. И той много рабочий. Политический каторжник. Политический каторжник и той. Который за свои идеи попал в тюрьму. И той заради своей идеи попаднул в затвор. И долго там был. И много долго был там. И вот они на каком-то острове отрабатывают. И на никаком остров те работают. И помните этот момент, он держит кусок хлеба. И помните ли тот момент, той держи парче хлеба? И он говорит, ты знаешь, о чем я мечтаю? И той пита, знаешь ли, за какого мечтаю? Я мечтаю выйти из этой тюрьмы. Мечтаю, да се махнул тот затвор. И поработать. И да по работе. Вот поработать. Да по работе. Поработать своими руками. Со своей терцей. Вот так, чтобы до пота. Да се спутя. Вы знаете, это были его последние слова. Това са били последните му думи. После этого Анатолий Папанов упал и умер от инфаркта миокарда. После этого Анатолий Папанов и паднал и починал от инфаркта. Настолько сильно он вложился в эту роль. Толкова силно, то есть вложил в тази роль. Она была ему очень близка. Тя и била близка за него. Давайте мы пойдем дальше. У Муравьев мы чему-то научились. Отправките сме се научили на нечто вече. Дальше будет немножко быстрее. И второй момент. Двадцать шестой стих. Горные мыши – народ слабый, но ставят домы свои на скале. Аллилуйя. Вот горные мыши. Мы вообще с Казахстана переехали, да? Есть мы от Казахстана. У нас почему-то очень в ходу мумиё. И много часто при нас используют мумиё. Кто-нибудь знает, что такое мумиё? Някой знали, какво е това? Ну, это мышиные испражнения. Това са испражненията на мишките. Не просто мыши. Но не са обикновени мишки. Это мыши горные. Това са планински мишки. Которые кушают горные травки. Които ядат планински треви. Перерабатывают это. И создают одно такое уникальное лекарство. И те создават уникальное лекарство. Которое люди применяют как лекарство. Които хората приемат като лекарство. Может быть, не все знают, да? Может быть, не всички знают. Поэтому едят еще. И из этого продолжают потому что те, которые потом узнают, они уже как-то уже так начинают брезговать. За что дети научают, от какого состоит этого лекарства, вече не едут толкова часто. Ну вот про горных мышей. Написано, что они слабые. Пишет, что это слабые. Вы знаете, я думаю, это про образ, я сейчас вообще про церковь говорю. Сега говорят за церковь. О том, что Бог через вот этих насекомых, которых Он сотворил, чему-то нас, христиан, и то искал нас, христиане. Вот хочет научить. Не научим. Я думаю, это хороший прообраз упования. Мисля, что твой добрый прообраз на упование. Когда мы действительно осознаем свою слабость. Когда ты осознала мы свою это слабость. Знаете, вот в жизни христианина не может быть перемен. В животе на христианин не может да има промени. Пока христианин надеется еще на свои силы. Докато той се надява на своите силы. И плоть свою делает опорой. И свой это плод правил упора. Или надеяться на какого-то другого человека. Или снадява на некого друг человек. И прорыв происходит тогда. И прорыв случает тогда. Когда мы осознаем свою слабость. Когда-то осознаваем свою это слабость. Конечно, слабость перед Богом.
своята слабост пред Бог. Кто я рядом с Ним? Кой съм аз до Него? И позволяем Ему и позволяваме на Него делать то, что Он хочет. Да прави това, което Той иска. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И блажен е народът. Блажен человек, уповающий на Господа Бога. Който уповава на Бог. Вот когда блаженство приходит. Тогава идва блаженството. И вы знаете, Иисус Христос говорит одну уникальную притчу. И Иисус Христос казва една уникална притча. Это написано в Евангелии от Луки, в 6 главе. Това пише в Евангелието от Лука, 6 глава. Я даже не буду ее открывать, потому что вы ее все знаете. Няма дори да отварям, защото всички знаете. И там Иисус Христос говорит о верующих. Там Иисус Христос казва вярващите, которые слышат заповеди Его, които чуват заповедите Му, и исполняют их. Ги изпълняват. И Он спрашивает, кому уподоблю Его? И Той пита, кому кого ще ги сравн... Уподоблю Его тому, который строит свой дом на камне. На скале. Знаете, как наша церковь называется? На кого ще прилича? Наша церковь так называется, на скале. И ще приличит на човек, който построи къща на канара. Город Варна стоит, весь целый город стоит на скале. И целия град Варна стои на канара. Стихии и бедствия обходят этот город стороной. И бедствията не идват в този град. Подминават го. Весь этот город стоит на одном очень мощном монолите. Защото този град стои на един много мощен монолит. Но самым мощным монолитом. Но най-мощният монолит. Является кто? Наш Господь Това Иисус Христос. Нашия Господ Иисус Христос. Вот скалы разрушатся. Скалите ще се разрушат. Земля поколеблется. Земята ще се поколебае. А слово Его. А словото Му. Не поколеблется никогда. Няма да се поколебае никога. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. А тот, кто слушает заповеди. То есть, кто слушает заповеди. То есть, можно послушать. Можешь да слушаешь. Но не исполнять. Но да не исполняешь. Того уподоблю, говорит Иисус Христос. Что и покажи на кого прилича. Человеку, который строит свой дом на песке. Человек, который построил кыштата на земята. И пойдет дождь. И поднимутся воды. Ще завали. И дом тот не устоит. Так написано? И къщата няма да устои. Я ничего не придумаю. И этот дом будет разрушен. Тази къща ще бъде разрушена. Это очень хороший прообраз. Това е много добър прообраз. Что когда наша жизнь построена на мощном основании. Че когато живота ни се гради на мощно основание. Когда нашим основанием является сам Господь Иисус Христос. Когато основанието ни е самия Господ Иисус Христос. Какое испытание бы ни приходило. Каквото испытание да идва. Моя вера устоит. Моята вяра ще устои. Она останется непоколебима. Тя ще остане непоколебима. Это может быть война. Това може да е войната. Это может быть мор. Глад. Это может быть голод. Это может быть землетрясение. Землетрясение. Мое сердце будет совершенно покойно. И моето сердце ще бъде в съвършен покой. И эти испытания, они уже сейчас происходят, правда? Тези испытания вече се случват сега. Но на чем построена твоя вера? Върху какво се гради твоята вяра? Давайте мы пойдем дальше. Третье насекомое. Трето насекомо. Это саранча. Това са скакалци. Притчи 30 глава с 27 стиха. Притчи 30 глава от 27 стих. И вот интересно, у саранчи нет царя. Скакалците, които нямат цар. Но уступает вся она стройна. Но излизат всички по дружини. У саранчи нет царя. Те нямат цар. Но уступает вся она стройна. Но излизат всички по дружини. Вы знаете, вот в книге Судей. В книгата на Судей. 7 глава с 1 стиха. 7 глава от 7 стих. Я вам просто так напомню, опять же своими словами. Со своей думой, что я вам напомню. Что у Гедеона. Че Гедеон. Была армия. И имал армия. Но Бог сказал так. Но Бог и казал така. Мне не нужно, чтобы вы одержали победу количеством. Не ми трябва да победите с количеством. Чтобы вы потом не подумали о себе слишком много. Да не помислите, да не се възгордеете. Отбери себе, скажи так, что кто не хочет идти дальше на войну, пусть возвращается домой. И така, кажи на свой народ, тези, които не искат да отиват на война, да се прибират. И несколько тысяч сразу ушло. И няколко хиляди веднага са се отделили. И еще осталось несколько тысяч. И са останали още няколко хиляди.
И вот эта история говорит о том, что Бог повелевает Гедеону. И та история оказывается за то, что Бог повелевал на Гедеон. Когда мы подойдем к водоему, когда идем к извору, отдай приказ, чтобы солдаты могли спуститься и выпить, попить воды, сколько они захотят, утолить жажду. Скажи на войнице, да утидат, да пьет вода. И солдаты спустились. И войниците утиват, спускаться там. И что Господь говорит Гедеону? Кого указывает Господь на Гедеона? Вот те солдаты, тези, които утидуха, да пьет вода, которые опустятся на колено, които, что паднат на колени, и будут лакать, и что учат, как собаки, като кучета, из ладошки своей, от своите руце, этих отбери для меня. Тези, тези да вземешь со себе си. И сколько их отобралось? И сколько? Ровно 300 человек. 300 войниц, то я взял за себе. И еще несколько тысяч отпало. А уж ты несколько хиляди. И их отпустили домой. И те саги пуснули в кошти. А вот этими 300. И через те 300. Гедеон воевал против многотысячной армии. Гедеон се сражавал срещу много голяма армия, несколько хиляди. И это, вы знаете, это подразделение по армейским параметрам. 300 человек. 300 это не взвод, это не рота, это целый батальон. Твой батальон. Потом он их разделил по 100 человек. После 100 человек это примерно одна рота. 100 человек, твоя одна рота. Три роты это примерно батальон. С помощью батальона. И через тот же батальон. Гедеон гнал целые дивизии, огромные дивизии и огромные армии. Гедеон и нападал на големи армии. Почему эти 300 солдат обладали такой колоссальной силой? За что эти 300 войниц имели много силы? Как вы думаете? За что мислите, че ответ на самом деле простой. Отговор много лесен, прост. Они были как саранча. Те са били като скакалци. У саранчи нет царя, да? Скакалци няма цар. Но они выступают с трона, написано. Ну, те са под дружини. Вы знаете, вот кому можно было, ну, то есть это нетипично на самом деле. Това не е типично. То есть все вот эти тысячи солдат, воинов, они просто вот так упали перед водоемом и пили. И тези хиляди войници са отивали, просто са пили да пият вода, эту воду ртом. Просто с устната си пили. А вот так вот встать на колено и лакать, как собака. Но да. Такая да застанат на колене и да пият като кучета. Ну, конечно, теологи объясняют о том, что сохраняется бдительность. Солдат продолжает видеть, что происходит по периметру. Потому что те солдаты, которые склонились, они не видели, что происходит вокруг. Но я хочу сказать самую главную мысль. У этих 300 солдат было не просто единомыслие. Они не просто мыслили как один. Ты не сам мыслили как один, не сам мыслили как один. А что они делали? Какво са правили те? Они делали то, что Бог вложил им в их сердца. Те са правили това, което Бог е вложил в техните сърца. Бог повелел им встать на колено. Бог им е казал да застанат на колене. И лакать с ладошки как собак. И да пият от ръцете. И только 300 человек. И само 300 человека. В этой многотысячной армии. В тази многохилядна армия. Были послушны. Са били послушни. О чем я сегодня? За какво говоря? Эти солдаты были не только единомысленны. Тези войници са били не само единомысленни. По Новому Завету можно сказать, что они имели разум Христов. По Новому Завету можем докажем, че те са имели Христов разум. И просто исполняли то, что им Господь влагал в духе. И просто исполняли това, което Бог им и казвал в духа. Это сила. Твоя сила там. Одно дело воевать просто как подразделение. Може просто да воюваш като одна армия. И совсем другое дело воевать с Господом. И на другое да воюваш заедно с Бог. И быть послушным только Ему. И да будешь послушен само на Него. Тогда тебе не нужен никакой полководец. Тогава няма да имаш нужда. Потому что Бог руководит этим батальоном. Можете сказать на это аминь? Можешь ли сказать аминь? Это очень важная мысль. Твоя много важная мысль. Я верю в то, что это прообраз мощной здоровой церкви. Вярвам, че това е прообраз на мощна и здрава църква. В книге Деяния написано. Книгата на Деяния пише, что у всех верующих, че всички вярващи, было одно сердце и одна душа. Те са имали едно сърце и една душа. У нас разум Христов. Имаме Христов разум. Мы все имеем те же чувствования, что и во Христе Иисусе. И всички имаме същите чувствования, като и мы познали, что есть воля
благая, угодная и совершенная. Не познах ничего, это и благо, совершенно. Аллилуйя. Но самое главное сегодня я хочу поделиться. Это откровение получил сегодня утром. Това откровение получил днес сутринта. И это, конечно, паук. Кто же еще? Твой гуштер. И написано в 28 стихе. Паяк, паяк. Густер? Ну, не знаю. На русский паяк, а на болгарском языке густер, да. Ну, в принципе, не важно, потому что там примерно мысль одна и та же. Не важно, мысль-то одна и та же. Притчи 30 глава, с 28 стиха. Притчи 30 глава, от 28 стих. Паук лапками цепляется. И густер, от който можешь дохванить врага. Но бывает в царских чертогах. Но пак се намира в царските палати. И вот это о чем? Това за какво? Вы знаете, это очень интересно. Това е много интересно. Вот как паук лапками цепляется. Как паяк хваща со своите лапки. Да, если поверхность потолка такая, какая-нибудь рельефная. Ако повърхността на тавана има рельеф. Я думаю, что и густер может по потолку ходить. Мисля, че и густер може да ходи по тавана. Ну, даже если на потолке идеально гладко. Но дори ако е много гладко, няма рельеф. Паук каким-то образом цепляется. Паяк се хваща по някакъв начин. И ходит по потолку. И той върви така по тавана. По стенам. По стените. Где-нибудь в углу может свить себе там какую-то. Някъде в угла може да си направи къща. Сеть, ловушку. И вы знаете, я вот сегодня поделюсь вот этой мыслью. И днес поделя тази мисъл. Ну, это моя мысль. Моята мисъл. Может быть, это будет субъективно. Может быть, ты будешь субъективно. Но мне она доставила очень много радости. Ну, тебя много мы зарадова. Я думаю, что потолок. Если тавана. Это потолок наших человеческих возможностей. Твоя тавана на наши человеческие возможности. Ну, не все живут на потолке своих человеческих возможностей. Не всички живеют на тавана на свои человеческие возможности. Я думаю, что христиан можно назвать. Мисля, че християните можем да ги наречем. Что если ты рожден свыше? Че ако си роден свыше. И ты знаешь живого Бога. И познаваш живия Бог. Ты призван жить сверхъестественной жизнью. Си призван да живееш сверхъестествен живот. Чудеса в твоей жизни становятся чем-то абсолютно естественным. И чудесата в твоей живот стават нечто обикновенно. Потому что для Бога это не чудеса вообще. Защото за Бог това не са чудеса въобще. То, что мы воспринимаем за чудеса. Това, което възприемаме като чудеса. Для него это абсолютно нормально. За него това е абсолютно нормално. Это его природа. Това е неговата природа. Она сверхъестественна. Тя е сверхъестествена. Бог есть дух. Бог е дух. И поклоняющийся ему. И този, който се поклоня на него. Призван поклоняться ему в духе. Призван да му се поклоня в духа и истината. Я думаю, мы все помним Евангелие от Марка, 16 глава. Мисля, че всички помним Евангелие от Марка. Где Иисус Христос говорит, что верующие же будут сопровождать сии знамения. Где-то Иисус и Христос казва, че вярващите ще има такива знамения. Будут говорить новыми языками. Ще говорят с нови езици. Будут изгонять бесов. Ще изгонват бесове. Это сверхъестественно. Я вот работал 7,5 лет, я отработал в психоневрологическом диспансере, как врач-психиатр. И сам работал в психоневрологичен диспансер. И я видел там реально одержимых людей. И сам виждал там хора, които са били с бесове. Одержимые, которые прекрасно знали, они могли посмотреть на человека. Те можеха да погледнат човек. И рассказать ему, что он делал вчера. И да разкажет, какво той е правил вчера. С такой доскональной точностью. С много точности. И объяснение очень простое. И объяснение это много просто. Потому что бесы вчера видели этого человека. Бесове, те са виждали, и что они делали? И какво са правили те? И просто нашептали этому человеку на ухо. И те просто казаха в ухото на чтобы человека. Вызвать вот этот панический страх в человеке. За да пробудят този панический страх. Да. Вот эти одержимые, ну вот так нагнетая, тези рассказывают. Хора одержими, что с человеком было вчера? Ты рассказывай, какво се случило с что было вчера, месяц тому назад? Какво е било преди един месец, что было несколько лет? Преди няколко години, а у человека, которому это говорят, глаза все расширяются. На когото указывают всичко това, очите му се расширяват. И для чего это делается? И за какво се прави това? Чтобы сказать. За да кажат. А вот завтра. А утре. Когда бесы увидели, что человек поверил. Когато бесовете
виждает, что человек поверил. А вот завтра с тобой произойдет самое страшное. А утро с тем, что се случи нечто много страшное. Ты попадешь под автомобиль. Ты попаднешь под кола. Если человек поверил, если человек поверил, то с ним завтра это случится. С него тогава, что се случит во утре. И вы знаете, психиатрия. Работая в психиатрии, я ни разу не видел, чтобы врачи, психиатры сгоняли бесов. И работая в психиатрии, не сам видел лекари и психиатры, да изгонват бесови. Доктора осознавали, что что-то происходит необъяснимое. И лекари осознавали, что случится нечто необъяснимое. То, что мы по-медицински объяснить не можем. Това, което не можем, да объясним по-медицински. И поэтому сделать ничего не можем. И за того ничто не можем да направим. Но слава Богу, что слава на Бога. Бог давал такое дерзновение. Бог и давал такого дерзновения. Я помню, это случилось. Сещам се, това се случило. В психиатрической клинике, которая находилась у нас за городом. Психиатрическая клиника, която се намирала извън града. И называлась КОПО 2. И тя се наричаше КОПО 2. Каргинское областное объединение психиатрии. Второй това дом. Е объединението на психиатрия в Караганда. И там в кавычках лечились. И там се лекуваха. Махровые шизофреники. Махрови хората болни от шизофрения. Эпилептики. От эпилепсия. И так далее, и тому подобное. И така нататък. Почему я говорю, что в кавычках? Бачи, за что вы в кавички? Потому что, конечно же, там их никто не лечил. За что-то никой не лекувал там. Мы просто водили. Я, к сожалению, мне приходилось в этом участвовать, потому я что... Я участвовал в ухтва, требаше просто да вывеждаме, да вкарваме в тях. Это была чисто врачебная обязанность. Ну, поступает, например, тяжелый психотически больной. Поступва тяжко болен психиатрично. И он реально настолько сильный. И то есть силен. Что, ну вот я рассказывал как-то. Рассказывах. Что одна сухонькая казашка, 40 килограмм. Че одна казашка, тя... тяжеше 40 килограмма, может быть. Просто схватила одного милиционера. Тя просто тяжеленького. Один и бросил полицай, его, и он пролетел. И просто го их вырлила. Около 6-7 метров. И то я летел 6 метров. И ударился плечом о стену. И то и се обуснула. И эта плечевая кость у него поломалась. И тази плечева кост, рамена кост. И они навалились на нее всей толпой. И ты целая толпа. Вот, и заковали ее в наручники. И привезли ее к нам. И тогава се довели при нас. И мы сделали ей один укольчик. И ние направихме една инжекция на нея. Этот укольчик называется Мадитен Депо. То есть наричаем Мадитен Депо. Мадитен Депо. Пролонгирован. Нейролептик. Ты будущий лекарь. Ты треба свободно договориться, такие медицинские термины. Нейролептик. Масляный такой пролонгированный нейролептик, который действует, ну вот сделал один укольчик. Правишь на инъекцию. И человек несколько месяцев лежит как овощ. И человек несколько месяцев, как зеленчук, лежит. Вот и вся терапия. И твоя целая терапия. Можно ли это назвать терапией? Можем ли это наречем това терапия? Ну, когда я не знал, я, конечно, думал, когда что, не ну, знаешь, мыслях си. Наверное, это, ну, как, в литературе это описывается медикаментозная фиксация, ну, это как бы раньше в цепи сковывали, а сейчас просто, ну, укольчик сделал, удобно, конечно. Или преди хората са ги вкарвали в окови, обаче сега помисли, че това е лечение до тези инжекции. Но потом, чуть позже, я понял, что это не терапия, но это не назовешь. Но после осознав, что это не терапия. Я не хочу быть участником. И не искам да участвовать в това. Вот такого. Такого вот лечения. Вот такой псевдотерапии. Вов такова псевдотерапия. И тогда меня поставили заведующим отделением, я помню. И тогава ме сложиха като руководител на отделение. У меня появилась власть. И имах власть. Я помню, в наш город приехал один мощный евангелист. И в нашия град... Дойде един мощный евангелист. Ну, очень мощный, огненный много, такой проповедник. Много огнен проповедник. И я взял такое на себя дерзновение и ответственность. И я взех отговорность вверху себе си. Пригласить этого евангелиста. Да го поканя. Проповедовать в самом тяжелом психиатрическом отделении. Да проповедовал в най-тежкото психиатричное отделение. И это было, конечно, очень интересно. И това беше много интересно. Получил разрешение главного врача. Аз получих разрешение на главен лекар. Ну что, что в этом страшного такого? И, казва, просто приедет человек, просто, что человек и прочитает лекцию. Что и все. Лекция.
Главный врач говорит, ну хорошо, и главный ничего страшного в этом нет. Добре, нема ничего страшного. Евангелист зашел в отделение. И то есть евангелист влезал в отделение. Мы посадили в актовом зале пациентов. В актовата зала бяха всички те пациенти. И поначалу они начали возмущаться. И начало тут и започнаха да се возмущават. Такая агрессия началась. Бяха агрессивни. Ну, вот начали там как-то, ну, неадекватно высказываться. Започнаха да говорят неадекватно. Потом брат начал проповедовать. И то есть брат започнаха да проповедва. И знаете, вот я в своей жизни никогда не видел, как психотически больные люди плачут. И в животе я сам видел, как хората больни от психиатричных заболеваний. Они, в принципе, вообще не плачут. Они плачут. Эмоционально выхолощены. И те, по принципу, не треба да плачут. Они, в принципе, ничего не чувствуют. Ничто не усещают. И тут я увидел, видях, что они начали плакать. Те започва да плачут. Я раньше думал, что это только клоуны так плачут. Люди мыслят, что само клоуны плачут. Ну, ради смеха. Заради смеха. Ну, то есть у него там помпочка какая-то, да, он нажимает, у него слезы брыжут из глаз. Но оказывается, когда человек долго не плакал, и начинает так сильно плакать, я увидел, что у этих людей слезы брызгали вот так, просто как струи. Я был просто в шоке. Я не думал, что человек может плакать вообще так. Началось какое-то страшное такое рыдание. Несколько человек упало на пол и начало кататься по полу. Началось освобождение. Медицинские сестры в страхе просто убежали. И медицинские сестры во страхе просто убежали. Потому что такого они не видели никогда. Осталась только одна медицинская сестра. Потому что кому-то надо было остаться. Ей просто сказали, ты останешься. Просто казаха, потом расскажешь, чем это все закончилось. После что не расскажешь, после случилось. Вот эта история была. Та история все случила. И вы знаете, это из области сверхъестественного. Сверхъестественно. И что еще? Как вы возложат руки на больных? Что возложат рецепты все вверху болните? И они будут здоровы. И те, что будут здрави. Как просто, правда? Как простючку. Но почему мы этим часто не пользуемся? За что часто не используем этого? Ну, слава Богу, что мы в своей клинике пользуемся, конечно, слава Богу, регулярно. Регулярно. Просто предлагаем. Если вы хотите, мы можем за вас помолиться. Просто предлагаем, яку искате, можете помолим за вас. Кто-то отказывается. Няку се отказва. А кто-то соглашается. Няку се согласяват. Читаем место из Писания. Читаем място от Библията. Мажем елеем. Слагаме елея. И молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа. Господь Иисус Христос. Не всегда. Не винаги. Но иногда Бог исцеляет. Понякога Бог исцелява. Потому что Бог верен. Что-то Бог верен. У кого есть вера? Кой има вяра? Тот получает исцеление. Той получава исцеление. И смотрите, как написано. И видите, как пишем. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Гуштарят, който може да хва, не може, може да хванеш хвърка, и пак се среща в царските палати. И вот здесь, вы знаете, это область сверхъестественная. Мы движемся по потолку человеческих возможностей. И вы знаете, верующие обладают такой властью и верующие имат такова власть и такой силой, и такова сила, которой нет в этом мире. Която няма в този свят. И, конечно, то, что цари бы хотели бы иметь тоже. И това, което царите също биха искали да имат. Я думаю, что практически любого царя, мисля, че почти всеки цар, ну, привлекает эта мысль. Той се привличал тази мисъл, я могу купить себе все, что я захочу. Че мога, че може да си купи всичко, което поиска. Любой царь на эпогее своей власти. И всеки цар в эпогеите на своята власт. Становится очень богатым. Става много богат. Может купить себе какой захочет дом. Може да си купи крышта, която поиска. Какую захочет машину. Каквато иска кола. И все, что захочет. И всичко, което ще поиска. Но что царь не может купить? Но какво този царь не може да купи? Как один кавказец сказал. Един човек от Кавказ каза. А вот говорят, казват, здоровье за деньги здравието, не купишь. За пари няма да купиш. Здоровье за деньги не купишь. Царь не может купить себе здоровье. Не может купить себе да долголетие или вечность. Долголетие не может купить или вечность. Рано или поздно любой царь умирает. Рано или поздно всякий царь умирает. Если приходит какая-то болезнь, то царь ничего не может сделать. Царь ничего не может направить. И тут появляется какой-то там евангелист.
о котором он услышал, за кого-то то и чу, что он возлагает руки, что его возлагает цитоси, и люди получают исцеление. И хорота получают исцеление. А ну-ка, позовите его сюда. Поконете го тук. И так вот паук оказывается в царских чертогах. И такая паяк или гуштурит се намира в царских чертогах. Ну, я даже сегодня не об этом. Я уже заканчиваю. Но без турине за това. Последняя мысль. И последняя мысль. И она написана во втором послании к Тимофею. И тя пише во второе послание к Тимотею. 4 глава, 6 стиха. 4 глава, 6 стих. Апостол Павел. Апостол Павел. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Аз се подвизах в доброто воинствование, попрището свърших, вярата опазих. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде в оня ден, и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление. Вот я сегодня про это. И днес говоря за това. Я заканчиваю такой мыслью. И искам да свършва с такава мисъл. Вот жил апостол Павел. Апостол Павел и показал нам очень мощный, добрый пример. И не показывал много мощный, добрый Я пример. Хочу сказать, что этот человек ходил по потолку своих возможностей. Искам да кажа, что этот человек ходил на тавана на своите возможности. Вот церковь призвана к этому жить. И церковь призвана Мы да призваны жить по, този начин. По потолку своих да человеческих возможностей. На тавана на своите человеческие возможности. Вот я глубоко осознаю и глубоко осознавам свою жизнь. Свой живот. Например, я очень много молюсь за больных. Много често се моля за болни хора. Скажу так, некоторые из них получают полное исцеление. И ще кажа, че някои от тях получават пълно исцеление. Многие из них получают частичное исцеление. Многото от тях получават частично исцеление. И многие вообще ничего не получают. И многото нищо не получават. Я понимаю, что я иногда поступаю как человек. Разбирам, че понякога поступам като човек. Думаю как человек. Мисля като човек. Говорю как человек. Говоря като човек. И поступок мой был чисто человеческий. И мой поступок беше човешки. По плоти. По плот. Но я предложил. Но аз предложих. Человеку помолиться за него. Да се помоля за него. Помолиться за изгнание беса. Да помоля, да се помоля да изгоним бесовете. У многих одержимых я их чувствую. И хората, които имат бесове, аз ги усещам. Я поначалу молюсь за изгнание беса. Началото се моля за изгонване. Потом на вхожу в контакт с этим человеком. И после влизам в контакт с този човек. Я говорю этому человеку. И казвам на този човек. Очень важная мысль. Много важна мисъл. Тебе надо сразиться с дьяволом. Трябва да се сразиш с дьявол. Лично. Лично. И пока ты не одержишь эту личную победу. И докато не победиш лично. Дьявол не оставит тебя. Дьявол няма да те остави. Бесы будут тебя атаковать. Бесовете ще те атакуват. А Слово Божие говорит очень просто. А Словото на Бога казва много простичко. Смиритесь под крепкую руку Божию. Смирете се под ръката на Бог. Противостань дьяволу. Да се противоставиш на дьявола. И убежит от вас. И той ще избяга. Просто повернись к дьяволу. Просто се оберни. И скажи ему сам лично. Скажи ему лично. Я не буду этого говорить. Няма да ты скажи. Това. Ти кажи. Сатана, пошел вон из моей жизни. Сатана, отивай, махайся от моей Именем плоти. Моего Господа Иисуса Христа. Имя-то на мой Господь Иисус Христос. На мне лежит защита Его драгоценной Имам крови. Защита. Ты поражен, дьявол. На него это скапоценная Уже 2000 лет тому назад ты поражен. Победен преди хиляди години. И некоторые люди повторяют. И някои хора повторят. Произносят это сознательно, потом дома. Казват това съзнателно вкъщи. Потом возвращаются и делятся. После се връщат и споделят. И говорят. И казват. Это такой мир пришел. Таков мир е дошел. И такая благодать. И такова благодать. От депрессии не осталось и места. Вече нямам депресия. Я-то думал, от чего у меня депрессия? Я си мислях, защо имам депресия. А это, оказывается, бесы меня мучили. А това са били бесове. А теперь они даже близко ко мне не подходят. Те ведь сега вече не идват при мен. У меня радость. Имам радост. Слава Богу, правда? Слава на Бога. Вы знаете, церковь призвана ходить по потолку. И церковь е призвана да ходи по тавана. Мы пробуем. Ние се опитваме. Мы всего лишь стараемся сделать все возможное со своей стороны. Упитываемся, направим всичко возможно от своей стороны. Господь, ты мне сказал возлагать руки. Господи, ти си ми казал да возлагам ръцете си. Я аз направих това. Ты сказал мне помазать елеем. Ти ми каза да помажеш с елей. Я это сделал. Я аз направих това. Я верю в то, что дальше и это вярвам, уже напред, работа Святого Духа. Това вече след това работа и верен обещавший. И верен този, който я верю. Аз съм верен. Помоги неверию этого человека. И помоги на неверието на този човек. Но когда есть вера, когато има вяра,
Слово Божие всегда работает. Словото на Бога винаги работи. Обетование Божие всегда есть да и аминь. Обетованието на Бог винаги е да и аминь. Итак, я вот сегодня о мудрейших. И днес говоря за мудрите. Те, которые мудрее всех мудрых на земле. Които са помудри от мудрите на тази земя. О муравьях. Муравките. Чтобы нам хорошо трудиться с вами, правда? Много добре да се трудим заедно. И получать от этого колоссальное удовлетворение. И да получаваме от това удоволствие. Что мы приносим что-то хорошее и полезное на этой земле. От нас се произвежда нещо добро и хубаво на тази земя. Второе это что? Второто какво е? Горные мыши. Планинские мишки. Которые строят свои дома на скале. Които строят къщите си на гора. Это прообраз упования. Това е прообраз на упование. Возлагаем свою надежду на нашего Господа. Возлагаме надеждата си на нашия Господ. И третье это кто? Кой това? Саранча. Не имеют царя, цар, но выступают все стройно. Но идвайки по дружине, мощная монолитная армия. Мощная армия. Бог берет не количеством, правда? Бог побеждава не с количеством. И даже не силы. Дуйте не со силой. Но духом. Но со духом. Так написано. Така пише. У нас должен быть дух единый с Господом. Треба да имаме единен дух с Господом. Дух Святой в нас. Мы храм всемогущего Бога. Святий Дух и Дух Божий, вот Он сейчас дует Божий Дух, на нас. Вечер Он Дух. Обитает в нас. Той живее в нас. И четвертое. И четвертото. Самое главное. Най-важното. Будьте как пауки. Будьте хорошее пожелание сегодня, правда? Или гуштери. Ходите по потолку своих человеческих возможностей. И ходите на таване на свои человеческие возможности. И делайте то, что Господь нам сказал. И правите това, което Господ ни е казал да правим. Как бы это ни казалось глупо. Колкото да изглежда глупово. Стыдно. Срамно. Господи, ну как я вот сейчас скажу? Господи, как ще кажа това? Ну не стыдитесь, Господи Иисус Христа, правда? От Господ Иисус Христос. И я верю в то, что вот паук, который цепляется лапками. И верам, че този паяк, който се хваща със своите лапки. Как апостол Павел. Както апостол Павел. Он оказывается в чертогах самого небесного царя. И то, что если укажет царя царей. Най-небесный царь. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. Води в радость господина своего, добрый и верный раб. Води в радость господина своего, добрый и верный раб. Давайте мы встанем сегодня. Некогда станем. Помолимся нашему Господу. Помолим на нашего Господа. Если у кого не достает мудрости, написано, то просите у Господа просто. Просто просите. И Бог даст вам. И Бог ще ви даде. Мудрость, сходящая свыше. Мудрость, която идва свыше. Гибнет народ мой, написано, от недостатка ведения. Насколько нам нужна мудрость Господня? Сколько не треба мудрость? Насколько нам нужно ведение? Ведение это вот когда Господь дает сверхъестественное знание. Слово мудрость. Бог дает сверхъестественное знание, мудрость. Хочет водить нас Духом Святым. И не водите со Святия Дух. А мы иногда своими мозгами начинаем думать. Они понемногу с мозга си започваем. Давайте просто сейчас откроемся для Духа Святого. Нека сега спасибо тебе, дорогой Господь. Можно не переводить. Аллилуйя. Мы благодарим тебя за твое Божие присутствие. Сегодня было такое мощное прославление. Дети так прекрасно хвалили тебя, Господь, Отец, Асана. Прямо сейчас ты здесь, потому что ты обещал, что там, где двое или трое собраны во имя Твое, там ты уже посреди нас. И все, что мы не попросим у Тебя, Ты дашь нам, если мы будем просить по воле Твоей. Господь, мы просим у Тебя мудрости сегодня. Мудрости для того, чтобы исполнять Твои слова, Твои заповеди, Господь Отец. Дай нам воистину быть, Господь, такими трудолюбивыми, как муравьи, которых Ты создал, как пчелы, которые создают такой прекрасный мед, которым питаются даже цари земные, Господь Отец. Дай нам быть, Господь, как горные мыши, которые строят свои жилища на скале. Наша церковь так называется, на скале. Господь, пусть это будет самое твердое основание, которое есть Слово Твое, Господь Отец. Дай нам всегда стройно выходить, как саранча, Господь Отец. Дай, чтобы у церкви Твоей была одна душа и одно сердце, Господь Отец. Аллилуйя, Отец. И, Господь, дай нам жить на пределе своих человеческих возможностей. Жить в сверхъестественной области. И, Господь, пусть через нас всегда проходит Твоя освобождающая сила. Потому что мы и сегодня помазаны, и Ты помазал нас, чтобы мы шли и
проповедовали лето Господне благоприятное, отпускали измученных на свободу, исцеляли сокрушенных сердцем, как написано, Господь Отче. Спасибо Тебе, всемогущий Бог. Так что, Господь, и слепые, Господь, прозревали, Господь, и глухие начинали слышать. Мы верим, Господь, в эти все сверхъестественные чудеса, которые, Господь, реальны для Церкви Твоей, потому что она также сверхъестественная. Невеста, Господь, Отче, нашего Небесного Царя, спасибо Тебе за Слово, которое мы можем сегодня читать, над которым мы можем размышлять и получать обильные благословения. Прими за все славу, честь и хвалу, Господь, и величие. Мы молились во имя Отца, Сына и Святого Духа, и народ Божий да скажет аминь. Будьте благословенны, слава Богу. Давайте мы воздадим Ему славу. Давайте помолимся за наши финансы и пойдем пить.